Всем привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и сегодня у нас невероятная модель Transformer Magnat из серии Transformer United, у него уникальный номер UN14. Модель выпущена в Voyager-классе компании Takara Tomy в 2011 году. Эта модель частично соотносит нас с образом персонажей из Transformer Animated, но это его более продвинутая версия, можно так сказать. У этого молда трансформера существует два издания. Первое издание от компании Hasbro, второе вот от компании Takara Tomy. Достаточно интересная модель, большая, сложная, детализированная. Отдельный прикол. Ох! Прошу прощения, не удержался, чихнул. Здесь у него есть такой вот элемент. Этот элемент может стрелять. Может стрелять, может. Давайте его обратно аккуратно сложим и запакуем. Складывается так. Далее классная штучка — это его выдвижная рука, правая и левая. Кнопочка и выдвижная. Кисти, ну, аналогов я не помню. Очень красиво придумано из крыла сделать руку трансформера. Сразу можно определить его подвижность. Да, у него в голове есть light piping. Да, можно. Давайте вот как-то вот. Light piping есть, но он как-то вот странно. Надо поймать, в какую сторону светить у него, куда идет преломление света. Но прозрачная вставка есть и прозрачный глаз спереди. Голова очень похожа на другого персонажа Shockwave. Вот у него здесь даже рот есть. Голова может вращаться из стороны в сторону, но не сильно. По какой-то причине не очень сильно. Далее рука может подниматься в сторону так, и здесь также есть поворотный механизм. Локоть тоже присутствует, но достаточно короткий. Ну вот такая вот модель. Нога вперед, хорошо. Чтобы сделать назад, надо немножко заднюю часть отодвинуть, она немножко мешает. Далее колено. Вот здесь можно его заворачивать, сюда не заворачивать. Если сделать вот так ногу, то он стоит более устойчиво. Если любой другой способ, то его будет заваливать либо вперед, либо назад. Вот такая вот особенность. Ну и здесь вот есть возможность регулирования ступни. Ступня вот такая необычная. Хорошо, давайте начнем трансформацию. Она действительно достойная, очень достойная трансформация. Но сделаем сначала крылья. Мы поднимаем их кверху и поворачиваем вот так, создавая единую форму. Открываем эту часть, поворачиваем сюда, задвигаем, поднимаем и здесь вот фиксируем пальцем. А эту часть фиксируем вот сюда. И у нас получается вот такое вот достаточно изящное крыло. Большое изящное крыло. Снова соединяем, выворачиваем, поворачиваем. Можно в ту или в эту сторону, без разницы. Поворачиваем эту часть. Да, вот эту я немножко сильно зацепил, поэтому надо двумя руками поддеть. Состыковали, прижали пальцем. Вот здесь вот соединили. Вот такая вот невероятная модель. Следующая часть. Нам надо соединить ноги. Отодвигаем и их вот так вот прижимаем. Далее вот эту часть бедра надо повернуть и вывести в эту сторону. Вот таким вот образом. Поворачиваем сюда еще раз. Ну, последовательность не столь важна.
сколько правильный результат. Ну, именно в этом действии трансформации. Выводим вот их прямо, выводим их прямо. И в таком формате пока оставляем. Следующий элемент. Выводим полностью нос. Поворачиваем. Да, я нажал. Все, теперь понял, почему она в прошлый раз не выстрелила. Отгибаем эту часть и выводим вот сюда. И у нас голова опускается. Мы ее выравниваем, чтобы соединить кабину. Кабину соединили. Далее вот эту часть выводим, заводим вот сюда. Она немножко приподнимает плечо. Можно закрыть эту закрывашечку. Соединяем, соединяем. Заводим полностью сюда. И открылось. Смыкаем. И эту сторону также. Все ровно, все ровно, все на своих местах. Да, так вот ровно, ровно, ровно. Поправляю. Да, поворачивается. Достаточно плотный хвост. И вот у нас получается такой шикарный двухмоторный самолет. Еще он. Да, вот такой вот. Давайте со всех сторон рассмотрим. Офигенный. Да, у него есть колеса, он может ездить. Ну или шасси, он может ездить. Далее тоже эта часть может участвовать вот таким образом. Поворачиваем к низу, открываем эту часть, выводим сюда. И у нас оп, пулька может улететь. Шикарная идея, реализованная с помощью механизма, подпружиненного механизма. Вот такой вот Лагнат. Достойная модель в истории моделей с трансформацией. Давайте в обратную сторону трансформируем его. Открываем ноги. Открываем ноги. Далее открываем эту часть. Сразу можно повернуть. Повернуть. Открываем, поворачиваем, соединяем, видите, чуть-чуть поднимается. Начинаем задвигать, открывается автоматически перед самолета и поднимается голова кверху. После этого уже можно задвинуть вот эту часть сюда и зафиксировать. Следующий элемент стоит начать. Поворота ноги, поворот ноги. Этот элемент стоит вот сделать вот так. После этого задвигаем, соединяем. Разъединяем и делаем ступни. Он может стоять. Следующую часть мы аккуратно соединяем хвост. Поворачиваем, опускаем, задвигаем. Можно чуть-чуть сюда поднять. Открываем, заводим сюда, поворачиваем. И можно даже, в принципе, не задвигать вот эту часть сюда.
как оставить с вытянутой длинной рукой. Поворачиваем, открываем, опускаем, делаем локтевой поворот. Заворачиваем, поворачиваем, и вот у нас обалденная модель трансформера Лагнат из 2011 года. Образ персонажа основан на образе трансформера из мультсериала Animated, но выполнен в более современном дизайне с меньшей мультяшностью, чем образы персонажей из сериала Animated. На этом, в принципе, все. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей. Всем до скорых встреч!